Костя! Ну, я просто давно очень музыкой увлекаюсь. Где-то с 2 лет мы с бабушкой вместе начали петь. Она была заслуженной артисткой СССР, выступала вместе с Валерием Леонтьевым. Вот было у меня несколько коллективов, но как-то ни один из них таким успехом большим не увенчался. Я увидел, что X-Factor Online есть такой. Я попросил жену подержать мобильник. Ну, попел, все, закинул видео. Получилось так, что выиграл. Немного страшно. Потому что, ну, как-то дома петь-то одно, репетировать это тоже. А вот петь для публики — это уже совсем другое дело. Для меня это шанс понять, вообще стоит мне дальше этим заниматься или нет.